440 арендных квартир для сотрудников бюджетной сферы, силовых ведомств, социально значимых предприятий сдали в Находке. Губернатор Олег Кожемяка поздравил новоселов с большим и радостным событием в их жизни. Это позволяет видеть перспективу на долгие годы, потому что дано право переоформлять это в ипотеку. И особенно мы видим здесь молодых ребят. Но надеюсь, что вы дружным здесь коллективом, когда придет весна, приведете в порядок здесь эту территорию, озелените ее, высадите цветы, посеете траву, всем, чтобы было удобно детям, всем, чтобы вам было радостно. И, конечно, надо дом беречь. Делать так, чтобы он всегда оставался хорошим, красивым, удобным, радостным. Поэтому я поздравляю вас с этим событием. Глава региона добавил, что на очереди еще 1400 арендных квартир, которые продолжат строить в Артеме, Арсеньеве, Находке, чтобы у людей была возможность приобрести жилье, создать семью, работать и жить в крае долго и счастливо. Спасибо большое. Также Олег Кожемяка побеседовал с новоселами, семьей сотрудника МВД России Дмитрия Моисеева, которые до этого долгие годы жили в съемной квартире. С наступающими весенними праздниками. 8 марта. Такой хороший подарок. 8 марта. Это просто шикарный подарок. Это ваш ребенок, да? Да, это вот один. Двухкомнатная? Двухкомнатная квартира, долгожданная. А где жили до этого? В Архангеле съемная квартира. Съемная квартира, да? Да. Сколько платили? От 25 и выше. Да, но здесь, наверное, 1012 будет, да? Это вообще меньше, по-моему. 10, да? Отметим, арендное жилье пользуется большим спросом у жителей Приморского края. Так, за 2 года в регионе построили более 1000 арендных квартир в Находке, Большом Камне, Уссурийске, Владивостоке, Харольском муниципальном округе. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на 8.